Добрый день еще раз, дорогие друзья! Всем привет! Сейчас открытие нашего праздника уже в третий раз. Я надеюсь, что этот праздник будет ежегодным, стабильным, и с каждым годом мы будем работать над ошибками, что-то новое придумывать. Я думаю, в целом, Настя права, что у москвича спортивный характер все-таки, как ни крути. Говорили, вот едет москвич, он едет строго по правилам, ну, возможно, чуть-чуть быстрее других автомобилей. То, что едет на дороге москвич, уступите ему дорогу. Потому что если вы будете тормозить перед трамвайными путями, перед лежащими полицейскими, москвичу это делать не нужно. Он вас обгонит. Я думаю, что будет побольше грязи и поменьше пыли. В общем, всем удачи в соревнованиях. Уважайте москвичи, ребят. Москвич всегда был примером на дороге. Вот, поздравляю всех с праздником. Вот, итак, дорогие друзья, всем москвича, ура! По нашей ручкой. Давайте все вставайте. Давайте кучнее, товарищи, кучнее, поближе вот сюда, чтобы всех было видно. На первом месте у нас. Thank you.